спускаетесь по Волге вниз до села Переволоки. Там вашу лодку версты полторы везут на лошадях. Дальше идете по реке Усе и выходите снова к Волге, но уже возле Ставрополя. И снова вниз по Волге до Самары. Так вы проплывете вокруг Жигулевских гор. И все вниз по течению. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».